Всем привет! Решил сегодня прогуляться к Сарсасне. Это Беларусь, национальный парк Припятский. Вот начинается наш путь. Мостик такой. Это у нас канава, выкопанная вручную. Вода течет с болот. При царе еще копали. Следов нету, никто не ходил. Так что сегодня мы первые будем. Идет мокрый снег. Больше на дождь уже похожий. Начался он еще позавчера, после обеда. И это вчера целый день шел и сегодня. Такая погода мокрая, слякотная. Вот за ночь немного снежка наляпало, он порасставал весь. Только где на деревьях лежит, да на машинах. А так, чтобы на земле так порастовало все. Здесь вот море указателей разных. По пути к Сарсасне. Находится она на расстоянии 3 километров от трассы. Вот такие у нас здесь указатели. На моем канале есть уже видео, я раньше ходил еще поначалу. Здесь вот такой красивый плакат. Много ветровала лежит вокруг, дуба, там ясень дальше, глубже в лес. То в том году ураган был, так поваляло на болотистой местности. Корни слабо держались. Вот информация по сосне. Возраст 300 лет, высота 24, диаметр 124 сантиметра. Вот по этой тропинке 3 километра через болото, через канавы, по мостиках там путь. Пройдем. Дубы толстые тоже довольно стоят. Еще здесь у нас сардуб есть, но он на другую сторону дороги, немного ближе. Мне что-то туда не нравится ходить, там место такое темное, некрасивое. А сюда по островку интересно и прогуляться. Живут здесь и белки, и куницы. Уже вот такие сосенки встречаются. Где-то сантиметров по 80 диаметр. Может и не будет. Может меньше, чем 80. Это вот такая загнутая сосна стоит. Наверное, молния попала раньше. По всей длине вот сверху донизу. Трещина такая, скорее всего, что молния ударила, да наклонилась она. Там вон тоже сосна толстая, красивая. Будем потихоньку идти, но говорить не буду, может и зверя его побачим. Хотя все кабаны передохли. Чума свиная это была. Так что это если косулю можно только увидеть или лося. Ну, также белки, куницы. Один раз я ходил. Белок двух бачу и эту куницу. Куница врасплох застала, она. Даже шипела, бегала.
что-то искала в лесе. Я напугал ее. Погода слякотная, сырая. Это получается уже в сумме 2 дня и 2 ночи. Дождь со снегом. Без перебоя. Летом тут, конечно, поинтереснее. Запах сосновый стоит. От просека пошла в болото. Много валяется вокруг. Ветровалы, то дубы, ясени. Если б дали людям вывозить, так хотя бы лес почистили. Конечно, было бы чище. Да и у родителей меньше развозилось бы. Это сосновый пилильщик развелся, весь лес поел кругом. Ну, вроде так получается естественная среда с валежником. Красивей, то уже был бы не лес, а парк настоящий, если все вычистили. Что пускай лежат деревья. Здесь вот возвышенности много. Это среди болот мы идем. С той стороны болото. И там болото. Это остров такой тянется длинный. Он, если не считать переходов между островами, так сплошным идет, наверное, километров на 10, может на 20 даже. Будет лето, как-нибудь прогуляемся с ночевкой по этих болотах, по островах. Уже давно собираюсь, да летом некогда. Шел, надо глядеть. Работы много. А зимой холодно с ночевкой, а здесь по лесу. Вот здесь такое болото у нас небольшое. Красивое болото. Сейчас посмотрим, зайдем. Летом было сухо, воды не было, сейчас вода пошла. Была зима без снега, так ходили по болоту так. Здесь вот живет кто-то, наверное, бобер. Нора глубокая, видно такая. А может, норка какая у бобриной норы.
здесь тропинка вплотную к болоту подошла. Родители дуб весь обгрызли, кора отваливается, сухостой. Здесь у нас кончается уже остров, получается болото такое и мостик. В русле лежит сосновый. Лесники, наверное, мостик подстраивали в этом году. Да. Уже я не был здесь. Свистли, наверное. Новый мост сделали. Может, где-то 50-ка или 45-ка. Вот норка побегала. Ночью видно или утром. Следки. Покладки. У нас на Полесье называют кладки. Не мостики, а кладки. Ну, норка капитально побегала. Вот затоптан весь этот мостик. Вон улей холодный вдали видно. Центр кадра так. Уже старый. Без крыши. И без дна, наверное. Ну вот здесь такой мостик, вот следы норки. Весной, конечно, течение хорошее такое. И глубина была побольше раньше. Травы тут не было столько. Это за эти два сухие года все зарастало. И в ту сторону. Болотистая местность. Вот норочка побегала на протяжении всей кладки. Немного листьев. Ногами пощищаем. Тут уже лес похуже пошел. Рыбок. Серый. Серый гриб. Больше коричневый, не серый. Действительно, в советское время заготовку леса вели. Да, дорога идет такая небольшая, протоптанная. Какая-то дуплянка висит на этом, на дереве. Длинная такая, где-то километр для птиц. Видно, наши лесники придумали, или старое, может, не знаешь, что там жило. На улице сейчас 0 градусов, уже конец ноября получается. Ну, еще для конца ноября нормально, тепло.
мороза и не было. Немного так подморозило пару ночей и все. Корч лежит. Этот остров идет в ту сторону и что-то. Там к болоту подходит такая поляна красивая. На зубры. Все купальню сделали в песку. Там зубры купаются. Ну туда идти, там много сильно кустов. В следующий раз сходим. Здесь опять идем через низины. Также мостики поделали. Нормально. Уже старые были, проваливались. Вот он снизу там видно. Наслоенный уже третий поверху. Вот. Сделали новые. И то хорошо. Здесь такой ручеек протекает. Там бобряные плотины две. И там плотина снизу. Конечно, можно было бы мост напрямую сделать, вот, чтобы вышел и все. Ну, так покрасивее получается. И вот, вот мостики. Через островок и опять мостик. Сходим до плотины. Глянем, что тут робится. Из болота вода такая темная. Что чай. По руке не видно. А так вот все. Темная вода болотная. Это затор намыло. Так, мы его разбуряем. Оп. О, вода потерла. Ручеек. Забила иглицей до корой. С этой стороны тоже его протекает ручеек. Можно идти его по плотине напрямую, можно по мостиках. Ну, пройдемся по мостику. Люблю по мостиках ходить таких по болоту. Здесь следа не видно. Наверное, никто не проживает. Мелкий. Только бобры. На том самом первом мостике постоянно норки следы. Там норки живут. Вот у нас черничник. Прямо возле тропинки. Произрастает. Сосенки такие красивые. Это у нас вот брусника. Брусничник. Можно на чай набрать. Назад буду идти уже так. Наберу на чай веточек. С брусники. Подальше от тропинки, где найду. Перешли мы эту низину. Вот здесь вот. Возле болота. Куница бегала. Раз я застал ее. Она тогда забралась, еще на дерево на верхушку сидела, запраталась. Уже почти дошли мы до царь сосны. Даже где-то у меня в кармане, кажется, метра лежало. Строил дома. Да в карман ложил. Ай, дома забыл, наверное. Нет. А, нет, есть. Вот она. В кармане. Трехметровый. Померяем. Сосну. Диаметры. Корочки такие вот.
Так когда кабанов много было, так они пообкапывали все вокруг. Сейчас не видно вообще. Мало стало кабана. Не то, что мало стало, а буквально нет. Весь передох. Единицы остались, наверное. Ну, также еще у нас тут и рыси водятся. И волки. Ну, волки это естественно, рыси. Раньше мало было, сейчас уже часто следы видны. Вот мы эти 3 километра пробегли за 20 минут, если точнее за 21. Ну, немного отвлекались за 20 минут 3 километра. Здесь вот корчик красивый лежит. Ну, далеко, если не сети. Только если с собой какую-нибудь тачанку взять или это. Или велосипед хотя бы. Такой вот корч с дуба. Я его вверх корнем перевернул. Еще раньше. Повернем. Если почистить. Да что, можно дома столик сделать на улице. Одного уже приволок до дома. Вон ближе там возле мостика валялся. Где знаки все стоят там. Лежал, только я забрал. Дома свесил, наверное, 50 килограмм был. Еле доволок до дороги его. Вот мы уже и пришли. Когда-нибудь заберем это, короче. Вот наше царство сна. Центр кадра. С виду так сбоку и не очень, чтоб большая. Ну если вживую так нормально, приличная. Мы подошли к ней, сейчас метр стоим. Сколько замеряем сейчас. Это у нас крайняя точка, и это померяем как. Радиус называется, наверное. Если взял все. Так, ну да, 1,20 метра и получается. 1,20 метра. От точки до точки, так вот. А не, даже больше, чем 1,20 метра. Смотря с какой стороны глядеть. Вон крайняя точка наша. Сейчас мы до нее приложимся. О! Получается даже 1,30 метра. Ну а по окружности метры то не хватит, наверное. Во, трошка. 3 метра, и вон там зацепились мы, да? Сейчас замеряем. По окружности получается 3. Опа. Где-то тут. Да елки. Зеленая, так. Прижму. 3 метра, 4 метра по окружности. Математик я то не силен, не знаю. Если 4 по окружности, сколько диаметр получается? Кто умеет, вы считаете, подскажите. Ну, 1,30 метра будет, наверное. Такая мощная сосенка. Станем, чтоб объектив вода не капнула. Вверх вот. Оп. Почти в глаз капнула вода сверху. Добро, что очки у меня есть. Вот здесь ствол. Сухой такой. Сверху здесь на этой сосне. Ульи холодные старые. Можно было бы их затворить. Да пчелы поселились, но высоковато, страшно лезть. Сколько туда получается, наверное. Если посчитать так, то метр. 2, 3. Ну, наверное, метров
15 будет. Ну, может и не будет. Но около этого, почти на верхушке самой. Высоковато. Может там и куница живет, а что? Я рассказывал. А может где в дупле живет. Ну, такая вот сосенка. Вокруг тут много завалов разных. Там он дуб толстый тоже лежит, уже гнилый. Вот по этих островах туда дальше они пошли, потом вправо туда. По гугле глядел я по спутнику, то можно пройти через болота, такие вот небольшие островами. И выходит он туда до соседней деревни. Она километров, наверное, 10 находится, 8 по дороге. Ну, по обратной это туда, так получается, откуда мы пришли, это обратно к моей деревне, и там по дорогах натура идет. На ту деревню выходит этот остров. Ну, болотом так прилично, было бы интересно прогуляться. Здесь такое рядом болото. Было бы хорошо где-нибудь домик на острове поставить, так, небольших. Да, как это национальный парк Припятский у нас. То не дадут ничего построить. Такая вот сосна. Пойду я еще полажу вокруг, погляжу, что тут родится. У нас уже она подгнила снизу. Сколько еще простоит, непонятно. Листья. Норы, может, ежики живут. Раз в зубе так нашел кубло было. Может, ежик жив. Тут только с этой стороны, с той целой. Кому было интересно смотреть про сосну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я еще одну серию сниму, так просто прогуляюсь по острову, что там такое. Ну, всем спасибо за просмотр, до свидания.